Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия, и мы играем в Wormade. Я думаю, вы за этой игрой соскучились. Я уж точно соскучился. Место я отыскал, теперь нужно ждать подходящего момента. И надеюсь, что он наступит быстро. Ребята, ну уже сейчас я понимаю, что нашел я не очень подходящих червяков. По размеру они не такие крупные, как казалось с самого начала. Какая борьба, какой накал страстей. Первый килл. Надеюсь, что следующие будут немного покрупнее. Иначе все вкусняшки будут гораздо быстрее сгорать, и вес мы набирать не будем. Ну вот, номер два, который был гораздо крупнее. А что вы хотели, приходится защищать свое место. Ну же, есть! Отлично получилось. Не зря было потрачено столько времени. Второй соперник, к сожалению, сумел развернуться. Ни один я успел отъесться на вкусняшках, которые сам заработал. Эх, жаль, конечно же, но было бы неплохо тебя также лопнуть. Не люблю, когда мое воруют. Вы только посмотрите, как защищается. А вот и еще вкусняшки, к которым я приложил руку. Вы только посмотрите, тот соперник также растет вместе с нами. Ну вот и все. Правда, съесть он успел, думаю, намного больше, чем после него осталось. Два миллиона массы, 18 место рейтинга. До первого места нам очень-очень далеко. Отлично, еще одного смогли подловить. Червяки с такими глазами, как только что мы лопнули, мне не очень нравятся. Хотя с точки зрения игры это и неплохо. Потому что разобрать, где хвост, а где голова, очень сложно. Нужно и себе поэкспериментировать. Отлично, соперник уснул. Вкусняшек съели немало, поднялись немного в рейтинге и немного по массе. Отлично, но далее просочиться не получится. Отъелись мы знатно. Хотел, конечно же, замкнуть кольцо.
Да, зря я сюда полез. Вы видели, что делает желтый? И приходится начинать все сначала. Изменили скин, ведь совсем недавно было 14 февраля и добавили новые скины, появление которых я благополучно прозевал. Кто-то недавно хорошенько отъелся. Вот кручусь, а вполне возможно совсем рядом есть вкусняшки. Но я их не вижу. Ну наконец-то! Правда, в этот раз получается, я своровал чьи-то вкусняшки. Эх, не хватило совсем немного. Классно, когда начинается такой движняк. В принципе, для нас места достаточно. И еще немного увеличили кольцо. Вкусняшки! Еще больше вкусняшек! И еще! Но когда-то это должно было закончиться. Ребята, концовка мне понравилась, надеюсь, вам также. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пока и до новых встреч!